Вот это вот урожай, тот, с которым мы сейчас работаем. Крупноплодных было так мало, что их уже в каталоге нет. Вот. И я, конечно, тоже много на этом теряю. Ну, а сеян с амура, видите, вот красные кружочки, сеян, красные эти, как их назвать, бачки красные, бачочки. Вот это и есть сеян с амура. Очень даже приличный вкус. Вот. Мечта хозяйки. Очень хорошо в этих компотах, и косточка не это, косточка практически болтается. Вот это то, что я сейчас продаю. Вот. Пример, как сказать, имею ли я железо право, я просто специально выбрал этот снимок, учить вас, лучше взять и сказать, вот вы, ребята, правы, и те правы, а вот тут вот вы не правы, а я кто? А я что, академию не кончал? Смотрите, вот этот питомник Железов Сергея. Да, я его научился классифицировать. 2 месяца на овощную вишню. Кстати, в схожести даже осенью посаженная, тоже схожесть у них прекрасная. Вот. Смотрите, можете мне поверить, что здесь стопроцентная схожесть? Можете? Вот. Другое дело, что их потом он ни одну так и не продал, но это уже другой вопрос. А ведь вся страна должна быть ими завалена. Ведь они же съедобные. Вот. Но я подтверждаю свою квалификацию перед длинным разговором. Сердце манжурского абрикоса. Я 95 написал от фонаря. Посчитайте, какая тут может быть схожесть. 193, 98. Это цифра фонаря. Надо было написать почти вся. Вот, понятно, да? Теперь я докончательно. Имели я право учить других. Вот. Мы будем говорить про семена. Семена – это вода. Я не удержался, Ирина Александровна Савельевич. Мы с вами вдвоем сами решили сдать экзамен по ЭГЭ. Я сначала написал ЕГЭ, потом оказалось, надо писать, нет, ЭГЭ, ЕГЭ. В общем, дебильный ЕГЭ. Почему? Я вам из тех, что мы проходили, не смогли получить. Нет, мы не сдали, мы на пятерку, на четверку или на тройку сдали. Почему? Вот. Какой-то человек, он не то, что он недобросовестный, не то, что он дурак или сильно умный. Его просто выбора не было. Ведь надо создать систему, когда безапелляционно. Да, нет, пошел нафиг. Да, нет, пошел нафиг. Да, нет, пошел нафиг. Как в анекдоте. Вы, понимаете, смеяться будете? Это ж не я придумал. Это дети учились. Во время, я не мог, чтобы еще раз не лягнуть. Во время набухания семени семена увеличатся за счет недостатка воды. Вы понимаете, вся эта ЕГЭ-система прошла через десятки специалистов. Согласованно утверждаю, согласованно утверждаю, согласованно утверждаю. Гонорар. Вот, все правильно. И десятки, сотни тысяч детей занимаются вот таким идиотизмом. Понимаете? Другого ничего придумать нельзя. Помните, я вам приводил пример? Например, 2×2=4, или 2×2=5, или 2×2=6. Пятерка обеспечена. Ну вы видите, что делается-то. А на самом деле, вот мы с вами сейчас все это будем прорабатывать, прорабатывать, со всех концов подходить с разных сторон, да? Впереди большой, очень важный разговор. Так. И вы поймете, а когда там поймут, что нельзя ЕГЭ, нельзя, нету такого четкого. Вот это хотел подчеркнуть. Но как сделать, чтобы там? Вот сегодня Фалько выступал, министр науки и высшего образования. Сегодня он выступал перед Путиным. Чего они только говорят? А об этом-то кто будет говорить-то? Самое главное, чего? Откуда дети соберутся-то умные? Ну, семена увеличатся от недостатка воды. Думаете, это опечатка? Следующее, вот это я взял, почему? В этом ублюдочном, дело в том, что я просто, ну вот попалась на глаза, она же лезет ко мне. И хотя дальше про семена, я не мог пропустить. В этом ублюдочном саженце, вот он перед вами, корни высыхают за неделю. Я это все проверял. То есть здесь много корней, они увлажнены. Здесь саженец, а ведь это реклама. Вот эта форма саженца, да, она ублюдочна. Вот, корней практически нет. И то, что еще остатки влаги, распустили листья. То есть с этого момента выбрасывается на помойку. А они используют его, чтобы показать,
Какие у них замечательные саженцы. Все саженцы в таком виде проданы, до единого погибнут. Все листья завянут. Там уже на данный момент, поверьте моему опыту, под этой вот обмоткой сухие абсолютно корни. Все. Стал бы я пинать, Миша, заняться нечем. А нахрена мои фотографии прилепили? О чем она говорит? О том, что вот если вот эту ублюдочную посадят, то получат вот такие вот плоды, как уже лежало. Это моя фотография. Вот. А то, что корни высыхают за неделю, вы должны знать. И еще. И дело в том, что это невыносимый ужас заключается в следующем. Вот, абсолютно в следующем. Вот это вот пришло ко мне на мой электронный адрес. Ко мне, к Железову. Вы представляете? Ну как я мог не уделить этого внимания? Это пришло ко мне на мой электронный адрес. А они не знают, что я Железов. Но, видимо, есть какие-то там списки этих садоводов. Надо, а вдруг я куплю? Его тогда взял. И прошлогодний вот этот, смотрите. Вот они использовали мое. Зря они мне то. Я бы не полез в архив. Если бы не вот эта дебильная реклама у меня. 4 урожая в год с горшочка. По 10 килограмм. Мою физиономию использовали. Назвали Самойловым. Так. Обратите внимание на... Я предупреждаю вас, почему. Вот когда я... Это у меня тянется тема одна за другой, одна за другой. Вот вы видели что? Вы видели, что это, надо ли вода для того, чтобы эти семена набухли? Вот. Понимаете, это уровень нашей школы. И потом они вырастают, выросли. И если они дорогостоящую эту рекламу используют для того, чтобы надуть людей, так, сейчас увидите, как они надули, надувают, значит, что-то у нас не в порядке с детьми. Вот почему я тот ЭГ привел, например. Вот. Посмотрите. Обратите внимание на эту формулировку. Я купил ваши фруктовые деревья, потому что хочу быть уверенным. Запомнили, да? Мое лицо. А почему именно мое? Я один из 50 миллионов садоводов. Вероятность попасть сюда просто, чтобы взяли лицо с интернета, равна нулю. Значит, кто-то скажет, так это пусть не сложно. Где-то это лицо видел. Наверное, все это правда. Когда я возмутился, когда пару статей, пару фильмов, оно исчезло. И тут же появилось другое лицо, где они взяли этого мужика, что-то на артиста похож. И опять, я купил ваши фруктовые деревья, потому что хочу быть уверенным. Вот эту даже менять не стали, только морду поменяли. И самое главное, соберите первый урожай через 3 месяца. То есть, понимаете, вот семечко посадил в горшок, это домашнее растение, это не на улице. Через 3 месяца, внимание, это не шутки, это расчет на то, что мы вырастили поколение дураков. Если бы они понимали, что в школе таких нынче нет, что ЭГЭ больше нет, что дети знают, что на 4, 5, 6 год семечко получится вишня, а у них через 3 месяца 10 килограмм, через 3 месяца еще 10 килограмм, через 3 месяца с горшка еще 10 килограмм, и еще через год получил 40 килограмм. Вы знаете, сколько 40 килограмм? Нет? Догадайтесь сами. Ну, представьте. Вот это и есть та самая расчет на наших детей, из которых вот эти вот самые вырастили, не вырастили, а вырастили людей, которые ненавидят биологию, которые не то, что там не вникали, потому что все, что они говорят, это понять невозможно, что излагают в школьной биологии. Вот. А другую нормально не учили. И теперь вся страна лохотрон. Ну, вы представляете? 200, Алексей Виноградов, мы с вами, вы тогда разоблачили первую сотню, присвоивших мои фотографии, первую сотню сайтов. Потом мы с вами еще несколько десятков нашли. Уже где-то к 200 приближается. А сколько их остается, честно? Вот это. И чем больше вранья, кто же это сказал-то из классиков, чем больше вранья, тем больше верят. Вот верят нарисованы. Видите, почему? А теперь нам нужно поставить нормальное садоводство. Вот, начинаем. Так. У кого уже посажено, вернее так, у кого уже участок, разводим руками. Про близкие грунтовые воды мы говорили, про ветра говорили, про защитные полосы, про
эти самые, про глинистую почву, про это, про песок, вот это самое. Вот это самое, чуть внизу. Вот мои груши посажены, здесь ямы выкопаны, и они посажены в чистый гравий, 100% гравий. Вот, не считая того земли, которая в ямах, а так гравий. Вот. Так вот я к чему говорю. Мы все это проходили. Теперь самое главное, чтобы у вас они хотя бы взошли.